Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарит Диэджи Маском, это сам, ставь палец вверх, подписывайся на канал и будет больше серий. Ссылку на сервер, конечно же, под видео, под описанием оставлю, то что можете приходить. Это крутой сервер, там постоянно занято, еле как попали. Так, окей, да, куда ребят. поедем? Да, сейчас будем на G нажимать, садить машину, вот, и мы сейчас поедем дразнить полицию нашу. Да, ребят, поедем дразнить полицию, звучит круто. Смотрим. Так, я надеюсь, нас не поймут и не посадят в полицию, конечно, но в КПЗ. Но мы все равно попробуем. Если что, мы уедем. Слушай, а ты в любую тачку можешь садиться? Ну, та, которая открыта. Угу. У меня же работа есть, у меня тут все лицензии есть. Так, и где наша полиция? Ух ты, тут вообще месиво, тут так много людей. Да, это вообще капец. Тут матерятся. Как хочет твой весь голос, это как понять? Это он написал? Смеется очень громко. Вот полиция попали. О, вертолет! Слушай, там вертолет был. Ты умеешь на вертолете ездить? Давай это попробуем сесть. Ты сможешь на нем полететь? Ну, я могу на другом полетать. А на этом так, нет? Давай. Ну, для серии можно, конечно. Давай, полетели. Классно будет. А на этом почему не можешь? Ну он, короче, это... Закрытый? Он полицейский, потому что. То есть ты не можешь. Если будешь полицейским, тогда сможешь, да, показаться? Да-да. Сейчас я тогда деньги попробую снять и пойдем летать, короче. Отлично. Раз вроде это... стиль бандита, у меня должно вообще без лицензии. У меня даже лицензии на оружие нет, а я с оружием бегаю. Так, снять со счета 20 тысяч. Окей. Okay. Садись обратно на G нажимай. Хорошая футболка у нее. Так. Так, все, едем. Блин, вот обидно, что полиции, когда она нужна, ее нет. Ух ты, в такси целых ты чувака там сидят. Блин, ДТП. Капец, это 20 каждый день. Слушай, мне вот интересно, на каком сервере можно Олега Брэна встретить? Они что же оставляют ссылки на сервера? Ну они сейчас играют, по-моему, в КРМП. Да? Это криминальная Россия. Ага. Че, мы что же поиграем в криминальную Россию как-нибудь? Да, кстати, можно начинать эту играть с неё. Представь, мы Олега Брэна встретим. Его, кстати, можно встретить, но там это... Они, короче... кстати, часто снимают сам, довольно-таки. Да, они, кстати, первые, кто пропиарил так хорошо сам. Ну да. Вот из-за этого такая большая аудитория сам. Так, вот вертолеты. Ух ты ж, три красавчика. Сейчас надо попробовать какой-нибудь из них арендовать. И машинки-то, смотрите, какие крутые, давайте я посмотрю. Вау. Машинка какой-нибудь дорогой, покатаемся. А чё, не получается, да? Нет, у меня вертолет, это эти закрытые, тут, значит, нет разрешения на вертолеты. Ух ты. Можно на лимузине, кстати, покататься, если хочешь. Давай. Ну давай, садись, на G. Какой лучше, белый или чёрный? Замечательно. Хоть в игре покататься на лимузине. Да, кстати, топчиком. Так, погнали. Замечательно. Если игра нормально зайдет, можно будет, почему бы нет, стрим сделать. И ребята, подписчики, это же тоже могут на сервер попасть. Только надо будет конкретно сервер выбрать тот, где мало людей. И какую-нибудь сходку сделать. Я думаю, круто будет. Человек 30, так, может сказать. Быть, будет точно. 20-30 человек. Ребята, у кого-то есть как скачать, но там просто скачивайте GTA San Andreas и просто мультиплеер и все. Ну, со временем, да, это не сразу, конечно, когда уже сам зайдет, ребятки тоже будут играть в сам. И, по да, крайней мере, они уже поймут, также... что на нашем канале сам. Они подготовятся, скачают сам. И во время стрима просто все зайдут туда. И будем все вместе играть. Ну, офигеть. Да. Это даже смешно, мы
На То есть мэри такая полиция здоровая, меня представь задержала. себе, большая-большая банда, которую просто никто не посмеет тронуть. Да, кстати, можно даже А ты создать можешь такой даже имя фольклор. написать, допустим, чтобы Димаском и в скобочках было Дар-7? Или ты уже не можешь изменять? А тут Дар-7, короче, это типа нон-РП-ник. Просто могут, как у тебя вот сейчас вот ник Дариди, могут сделать просто Дар-7 и Риди. И добавлять свое имя. Ну да, чтобы мы как бы знали, что это уже как бы принято, что Дар-7 это сразу я понимаю, что это наши ребята. Ну да, можно, по идее, так сделать. Будет интересно так играть. Ну, сейчас мы, короче, тогда можем полицию позвать в одном из городов. И от них, как говорится, покататься. Я как оператор, я Ну, больше стараюсь какие моменты запечатлеть. можем, кстати, сальтухи поделать разные. Можно, Сейчас кстати. я тебе сейчас покажу одну из них. Сейчас попробуем туда заехать сначала. Отлично. Ух Будет, ты, а что кстати, такое? Там что-то сходка какая-то у них. это ферма. Тут работают вон сколько Тут можно работяг. много денег заработать? Нет, тут, как тебе сказать, кто вот начинает только работать, вот они здесь и работают. С фермером. Ну ладно, мы не будем фермерами работать. Это не по нам. Мы богатые, Я так видел что Олег не работаем. Брейна с Алексом, они охотились. Там где-то 1000 долларов, что ли, зарабатывали? 1500. Ну это да, это тут тоже можно охотиться, но только тут не охота, а рыбачить можно. А, тут рыбачат, тут охоты нету, да? Нет, тут только рыбалка. Ну да, они же криминальная Россия. Да, ну конечно, не хороший был вариант на лимузине ехать. Заехать фиг знает куда. В общем, по земле, а не по асфальту. Сейчас мы попробуем туда забраться тогда. Это явно И не лимузин. поедем по нормальному пути. Ну я просто хочу туда На доехать и лимузину лучше сделать. ездить на асфальт. Это самый простой. Даже не по тропке всякой. Видно, как она медленнее едет. Ну, в городе было. О. Деревушка какая-то. Так, вот сейчас мы должны взлететь, по идее. Отлично. О, черт. Вот сейчас вылезаем скорее на F и беги в другую Ой-ой-ой, так. сторону. Быстрее беги, быстрее беги. Все, лимузин Успел. сдавался. Сейчас нам, Замечательно. короче, надо побежали за мной. Сейчас мы должны, короче, это убивать всех, кто тут есть. Так, ладно. Сейчас мы будем по всем стрелять. Нифига себе. А у меня оружие. Я же не могу оружие, да? Ладно, я давай. Ну тут веселье, а вдруг он совсем. Можно, короче, другие люди Слушай, а ты мне навалились. кажется, их сейчас сагришь. Ох ты же, Ай, меня елки-палки, убили. я-то тут ни при чем. Тебя убивает? Нет, меня никто не убивает. Сейчас Наверное, я потому что я приеду. в роли девушки, они не стали ее убивать. Сейчас я приеду, секундочку. Я, короче, от них спрятался. Но ты их сагрил, конечно. Да, это вообще капец. Потому что я по своим, наверное, стрелял, как бы. И это плохо очень. Ну, если что, потом я на этом сервере вне серии, наверное, сдам на права. Будет видно. Слушай, у меня 0 долларов, представь себе. Да, кстати, тебе потом будет возможность, типа, заработать их немножко. Я Ну, си... не немножко, а тысяч таких 10. Чё такое? Написано 300 литров, цена 1800 вирт. Это, наверное, ты механику встретил. Сейчас Да. поедем, короче, полицию дразнить нашу. Так, ну давай. А ты далеко? Посмеемся. Ты меня подберешь? Не-не-не, я уже еду. Потому что тут Я уже сейчас вот автобусы не ходят, подъезжаю к по-моему. тебе. Все, я около тебя. И где Прям ты? рядом с заправкой. Ну-ка, я хочу зайти в дом. Магазин. О, магазин, да-да-да, тут какие-то самолетики, игрушки. Так прикольно. Все, я тоже тут. Кстати, реально Так. красиво. Это что такое? Компьютер. О, кстати, паровозы. А ты зашел сюда? Поезда. А, Да, вон, вот все вижу. поезда стоят. Ага, большой кораблик.
кстати, О, игры, круто. смотри, какие игры интересны тут. А что за игра такая? Манхант. Это Ребят, кто не знает эту игрушку? Манхант. Интересно. Это как да, пятница. кстати, интересно вот тут рассмотреть. Тут, кстати, даже какая-то тут принтер вон какой-то старый, большой такой был давным-давно. Ага. Вот Вот сюда смотри, идем. вот я вижу Vice City, этого я игру знаю, конечно. А вот Манхант, я не знаю такую игру. Она, видимо, тоже. Причем от этого же разработчика, от GTA-шки. Никогда не слышал. Ты слышал Кстати, потом такую много. игру? Нет, ни разу. Ребят, кто слышал, пожалуйста, отпишитесь. И где ее можно скачать. Ну, в принципе, я, если не забуду, я потом прогуглю. Да, кстати, вон там машина сватовская и поезда вон опять стоят. Тут почему-то не машинки, а поезда. Очень много поездов. Ну да. Так, ладно, давай выходим. Где выход? Да, вот пошли полицию тогда дразнить. И еще я тебе покажу настоящие трюки, но только там перелететь надо будет. А, Садись окей. на ко мне машину на G, на П-рушку. Так, сейчас иду. А, ты вот, ты прям сюда подъехал. Окей. Ой, это что-то нехорошо. Погнали. В какие игры еще вот? Unturned я хотел поиграть. Видишь, ты Unturned тоже не играл. Ну да, может быть, я все равно можно будет поиграть. Я не знаю, вот по идее можно любые игры как бы освоить за какой-то промежуток времени, хотя бы за часа два. Ну да. Ну просто видишь, я пока что. В дальнейшем, да, конечно, у меня будет много времени и вообще можно засесть игру и конкретно ее осваивать. А пока что, ну, нужно как можно больше наснимать хочется. Канал уже когда разовьется нормально, тогда будет уже проще. Ну да, и будет всем веселее. Вот сейчас, короче, будет этот трюк. Ух ты, давай. Нифига себе, это было шикарно. Это было круто. Даже, кстати, машину не разбил, вот что классно. Сейчас Да. будем, короче, надо нитро туда собрать и еще перелетим. Там одну часть надо будет перелетать. Вон, кстати, Круто. здесь покататься, прям трюки всякие поделать. Я не знаю, я сейчас, наверное, научился дрифт делать, но это сейчас попробуем. О, кстати, классно получилось. Ну ладно, сейчас мы тогда едем по делам, как бы дразнить полицию. И нам надо Хорошее дело. расход 5. Кстати, вот, Немножко потроллим. Ну, мы хорошо к вон полиции трамп. относимся, но просто. Блин, ну так просто интересно. Настроение же надо как-то поднимать. Так, Ну поехали. да, их надо как-то расшевелить немножко, чтобы они. Чтоб полиция нормально работала. Ух ты. Опа. На, прям. Отлично. Вот я Че, он уголь мощный. везет? Так, кстати, что-то на завод везет по ходу дела. Так, смотрим первым делом на автошколе. Полицию нашу. Люблю. Я не знаю, что им написать. Можешь написать, типа, что было. Они точно от этого разозлятся, но не знаю. А, ты можешь написать что-нибудь им? Да, ну сейчас смотри. А как это искусственный интеллект, он как он понимает, что ты пишешь и. Ну, это настоящие люди, вот как мы с тобой играем. Это все настоящие люди. Давай подлезем. Они... О, вон полиция наша, дорогая. Опа, полиция. Так. Чё? Лохи. Так, все, секунду. Вот это сейчас настоящий человек сидит? Полицейский, да? Тут не парковка пишет. Я не знаю, как его так обозвать, чтобы он на нас... Опа! Все. Хорош! Погнал? Не-не-не-не-нет. Это настоящий человек, да? Ай-яй-яй, за мной полиция едет. Отлично! Полиция едет за мной. Загрел, молодец. Это Не, что, прям это реально очень... настоящий человек? Да, и он за нами едет. Это полиция. И он может стрелять по нам. Вот, типа, он сейчас пишет. О, сигналка включил, Водитель. сигналка, все, поехал, молодец, Сагр. Это прям очень мощно. Вот сейчас я чувствую, он сейчас своих друзей позовет. Это будет очень круто. А у него друзья это СВАТ и ПДД, А что ДПС. такое 50 миллионов тысяч долларов? А как ты думаешь? А, это деньги.
Ой, он за нами Что он нам бежит. делает? Он один. Ну, он может Может его убежать, пока. выкинуть куда-нибудь в море? Сбитил. Ай, только не Да это зря, вот это зря. Ай, я не знаю, что нам У сделать. тебя есть, у тебя есть оружие, у тебя есть Давай оружие. умираем. Чувак, я не писал ничего тебе плохого. Отвали от меня. А почему он меня не стал стрелять? И что он хочет со мной сделать? Дружище, я тебе ничего плохого не говорил. Ты нормальный коп, чувак. Все хорошо. Что он Подбрось меня до сделал? города лучше. Ой, нет! Блин, да что я сделал? Я его тачку украл. Давай, едь, едь, едь. Вообще, да что ты? Почему? Подожди, почему он падает? Эй, Димас, ты тут? Да. Сейчас я, короче, Он знаешь, у меня как падает с я машины, я не в понимаю, тюрьме. почему. Друзья, напишите, почему он мне не едет. Я что, кататься, что ли, не умею? А если я потихоньку буду ехать, то нормально, в принципе. А что такое 10 км в час? Максимальная скорость. Это скорость. Быстрее, я потихоньку еду, в принципе, я от него. Я уезжаю от полиции. Он даже меня бить не стал, он один раз меня стрельнул, и все. Он даже не понял, что ты на него ударишь и что ты сделаешь. Слушай, я катаюсь, а у меня прав-то нету. Если я сильно разгонюсь, я, по-моему, упаду. Хотя нет, мне все не падает, я научился кататься. Ну это хорошо. Мне даже права не нужны. Вау, отлично. Слушай, я теперь водить могу? Ты где сам-то? Что ты говоришь? А ты сам где сейчас? Тюрьма. Полиция поймала. А, ты в полиции? А, в тюрьме. Блин, ты зря перевернулся, конечно. А вот и я про это же. Вау, сейчас вау, нам... вау, я тоже упал. Совершенно не Опа, адвокат, служение, 691. Интересно, а что сейчас полицейские-то думают? Что за придурок? Правда, без формы, мне кажется, это палевно на полицейской машине ехать. Да мне еще и банчат дали. Да вообще спасибо. Что такое банчат? Ну ты когда не можешь писать определенное время. А это навременно? Ну да, на 1000 секунд нет. На сколько? Так, сейчас я. 1000 секунд нет. А, ну это нормально. Как сирену выключить, слушай? Ты не в курсе, Дим? А, что ты говоришь? Сирену как выключить? На Х. Русскую, да? Да. Не, Нет, на английскую Х. На английскую Х. А, Х. Все, отлично. Погнали. Слушай, а первый раз, когда я садился на мотоцикл, он мне постоянно падал почему-то. С ним слетал. Сейчас нормально. Я думаю, ребята, кто напишет в комментариях, что вообще-то было. Отлично, наконец-таки я вожу. Научился водить, это классно. Кататься можно. Делать нормально-то. Так, кошерно. Так, сейчас. Что-то вообще никого нету.
Вы были кикнуты в подозрении в читерстве. Это кто-то там. Тут что, читера есть, да? Причем в подозрении, это не факт, что он был читер даже. Вау-вау-вау-вау. Так, был бы какой-нибудь трамплинчик сейчас. Ну, ребятки, ну а вы пишите в комментариях вообще, что тут можно делать сам. Что тут есть интересного, где можно поугарать. Так, я заехал на какой-то мост и попробую переехать на тот остров. Посмотрю, что там вообще. Так, красиво будет. У вас нет водительских прав, пишут. Ух, все, меня выпустили. Ой, там какая-то корова, нифига себе, что, надо посмотреть. Нет, стоп. Все, посеял мотик. В принципе, я доехал, куда хотел. Все, сейчас я... Ты где сейчас находишься? А, я на какой-то ферме, я далеко уехал. Банк, вижу, по-моему, банк. Или нет? Да, это банк. Но тут еще корова, знаешь, такая. Опа. Так, есть эти палатки, как их, у индейцев раньше были такие палатки. А, понял, где ты, нифига себе, куда ты уехал. Ну да, я далеко ехал. Ехал и куда-то приехал. Сам не знаю, куда, потому что не было карты. Так, я хочу посмотреть на эту корову. Тут дом и какая-то здоровая корова. Блин, у меня бан чата. И что, ты не можешь даже ко мне коннектиться? Так, сейчас, подожди-ка. Вот она, блистательная корова. Я думаю, я насчет на фоне ее так сделаю селфи. Наверное, вот такой. Да, вот. Селфи надо сделать. Ну-ка, встань. Да, я думал, будет нормально. Вот. Сейчас я серию закончу, и тут же мы начнем, наверное, третью серию снимать. И на этом все. В общем, с вами был Дарит, Димаском. И сейчас мы с Димасом встретимся. Это будет следующая серия. Так что называйте про палец вверх, подписку. И до новых встреч, ребят. Пока-пока.